Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Нера Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет обзор на колоду «Черные лого» от AnyOne. Это прикольная, необычная колода, в основном предназначенная для кардистри, но там же стандартные лица, поэтому мне ничто не мешает использовать ее для фокусов. И потом появляются комментарии: «Это же AnyOne! Это же Фонтейн, зачем ты используешь их, если ты не кардист?» Хочу сказать огромное спасибо магазину «Дама червей» за то, что предоставили мне эту колоду на обзор, чтобы я мог показать ее вам. Вы можете перейти в этот магазин по ссылочке в описании, там есть огромное количество карт по приятным ценам и с быстрой доставкой. При этом в основном они там продают карты, которые редкие, то есть для коллекций, для коллекционеров и, разумеется, для кардистов, фокусников, в общем, там огромный выбор редких крутых колод. Переходите по ссылочке в описании и можете смело там закупаться. Также хочу сказать спасибо Никите Яцеку за начало. Из меня кардист, ну, как из... Да я даже сравнение подобрать не могу, понимаете? У меня с этим все плохо, но он согласился мне помочь, за что ему огромное спасибо. Также я оставлю на его инстаграм ссылочку в описании. Перейдите, подпишитесь, там вы увидите много чего интересного. И также на его последний бандл. Там вы сможете выучить очень и очень крутые движения с картами. Еще раз спасибо Никите Яцеку, спасибо магазину «Дама червей». Ну а мы переходим к обзору этой колоды карт. Итак, давайте рассмотрим эту колоду карт. Начнем с коробочки. Выглядит она абсолютно просто. В принципе, так же, как и рубашка карт AnyOne, Worldwide. Сзади у нас вся информация о дистрибьюции колоды. Можете прочитать. Ну и в принципе, давайте уже перейдем к самим картам, потому что это гораздо интереснее. Хотя, в принципе, они очень похожи на коробочку. Давайте для начала посмотрим на две рекламные карты. Вот такая вот карта. Делай, что хочешь всегда. И варианты логотипов AnyOne. То есть, в принципе, ну, такие стандартные рекламные карты, толку от них нет. Далее у нас идет уже более интересная вещь. Это два Джокера. Максимально необычных, скажем так. Но они одинаковые, и это уже плюс. Хотя кардистам, наверное, в принципе, без разницы. Ну и также у нас есть туз-пик, давайте на него посмотрим. Выглядит простенько, но со вкусом. Мне вот прям нравится. То есть минимализм во всем его проявлении. То есть отличный туз-пик. Далее давайте сейчас мы посмотрим на рубашку карт, соответственно. Точно так же, как и на коробочке, черная рубашка и две надписи AnyOne. То есть симметричная рубашка, что тоже классно. И выглядит простенько, но со вкусом. То есть это приятный минимализм. И я думаю, можно догадаться, почему все любят эти карты. Ну и лица у нас самые стандартные, самые обычные. Ничего сверхъестественного. Все по стандарту. Теперь давайте пробежимся по тому, как колода вообще лежит в руке, насколько ей приятно управлять. Самое странное то, что колода кажется максимально мягкой, но при этом края у нее какие-то твердые. Я не знаю, может, меня уже надо в шуе записывать, но все-таки здесь очень странно в этом плане. Она приятная, она мягкая, но края какие-то то ли твердые, то ли... Ну, я не могу это объяснить, но в целом все выполняется абсолютно приятно, абсолютно спокойно. То есть тасовки, пружинки, веера, подснятие. Никаких проблем нет. То же самое и для фокусов. Там двойные подъемы, сменки и прочее. Все выполняется отлично, приятно, спокойно и легко. То есть в целом, если вам нравится дизайн, если вы поддерживаете эту компанию, можете приобрести как для кардистри, так и для фокусов. Здесь нет абсолютно никакой разницы. Колода приятная, колода хорошая. И самое главное то, что она качественная. А это самое важное. Я надеюсь, вам понравилось это видео, понравился сам обзор. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И нажимайте на колокольчик. Еще раз хочу сказать спасибо Никите Яцеку. Перейдите его в инстаграм, подпишитесь. Также спасибо магазину «Дама червей». Тоже ссылочка в описании за то, что предоставили мне эту колоду на обзор. Иначе этого видео вообще не было бы на этом канале. Ну а с вами, как всегда, был Нера Янг. Всем удачи, всем пока.